Молодая гвардия выступила против так называемых «разливаек», расположенных в жилых домах. Пикеты активистов прошли в ряде городов страны, включая Чебоксары. Молодые люди вышли на улицы города с требованием закрыть торговые точки с алкогольной продукцией в жилых домах и не продавать алкоголь рядом с детскими площадками. Ранее молодогвардейцы совместно с надзорными органами провели по всей стране масштабный мониторинг многоквартирных домов на наличие таких алкомаркетов на первых этажах и опросили жителей. 80% жителей отнеслись к нахождению в многоквартирных домах подобных питейных заведений крайне негативно. Рассказали о том, что они доставляют большие неудобства, то, что они работают круглосуточно. Посетители подобных заведений часто нарушают общественный порядок, шумят, оставляют после себя мусор. Пикеты в разных городах стали поддержкой законодательной инициативы молодежи по ужесточению правил продажи алкоголя. Сейчас ее рассматривают эксперты в Госдуме. В Чебоксарах рабочая группа по этому вопросу создана также в городском собрании депутатов. Ольга Пырочкина, Республика.